Когда-то это была благоустроенная, уютная территория, рассказывает местный житель Алексей Исаев. Теперь же в микрорайоне Солнечный можно увидеть лишь остатки былой красоты. Здесь давно пора делать ремонт. Обо всех этих нюансах Алексей рассказал исполняющему обязанности главы Ленинского района Валерию Венцелю, который посетил двор с инспекцией. Плафоны не менялись уже с 2002 года. Свет горит, нет? Свет? Нет, не горит, потому что плафоны давно уже стали матового цвета. Но свет в конце туннеля появился, когда местные жители на днях увидели здесь строительную технику. Заняться данным микрорайоном стало возможным благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, который в своем ежегодном обращении заявил, что в каждом муниципалитете раз в год будет благоустраиваться не менее 10% дворовых территорий. Солнечный вошел в эту программу, и сегодня здесь уже ведется активная работа. Здесь будет комплексно благоустроенный двор с современными площадками, в том числе и спортивными, которые у нас за тем домом, за крайним зашествием. Предстоит реализовать все 6 обязательных элементов благоустройства. Положить новое дорожное покрытие, асфальтировать тротуары, установить столбы освещения с энергосберегающими лампами, озеленить территорию, привести в порядок зоны для сбора мусора, создать условия для маломобильных групп населения. Впервые с 2002 года вот так комплексно мы заходим на один большой такой микрорайон. Микрорайон Солнечный, замечательный, хороший, красивый. Рядом находится наш замечательный Тимоховский парк. Но вот никогда комплексно мы так не подходили. Периодически что-то латали, что-то меняли. Но сейчас вот эта вот большая работа, ну, я уверен, приедем сюда ближе к 20 июля и посмотрим, как это будет все реализовано. Не осталось без внимания и детская площадка. Несмотря на то, что установили ее всего 3 года назад, здесь уже имеются некоторые поломки. Валерий Венцель обещал исправить ситуацию в кратчайшие сроки. Помимо этого, в микрорайоне Солнечный появится еще одна игровая зона между домами 3 и 5. Это одна из самых лучших площадок. Вот, на мой взгляд, видно. Ее не сравнить ни с чем. Здесь всегда чистенько, ухоженненько. Ну, бывает, вот качели не сломанные, не починены. Но это как все быстро устраняется. По просьбам местных жителей в Солнечном отремонтируют и спортивную площадку. Всего видно в этом году в программу благоустройства дворовых территорий попало 13 дворов. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.